наш маршрут начинается в местечке с названием Мертво Дубоко. Мы идем в мертвое глубокое. Как у вас эмоции от этой информации? Супер. Чем знаменитое это место? Кто там умер? Сейчас мы пойдем узнавать. О, уже грибы нашли. Грибы? О, это класс. Весь маршрут промаркирован, как видите, бело-красными такими значочками. О, действительно, грибы, только это не очень хорошие. Посмотрите, какая водичка изумрудная. Она так и говорит: искупайся во мне, искупайся. А мох какой на деревьях. С той стороны, кстати, есть еще один маршрут. Вот идут люди. Мы решили немножко его сократить. А они, видимо, пошли по полной программе. Мостик, смотрите, какой деревянный. Под ногами сплошные валуны. Ну и осень берет свое. Как бы уже конец сентября. Ребята увидели рыбу. Но я думаю, она просто обязана там плавать. Там так красиво, я бы тоже плавала. Посмотрите, какое чудо. Мальчики очень любят полазить там, где нет тропинок. Водопады с горы. Честно, так парит. Хочется переодеться в шорты с маечкой. Мне кажется, на море было не так жарко, как здесь. Мы пришли к капле желаний, так называется это место. Джунгли здесь невероятные. Конечно, это лучший ракурс. Ольга идет в каплю желаний. Вроде тут надо камень кинуть и загадать желание. Но мы решили кинуть Олю. Так, чтобы желание сбылось сразу. Решили мальчики наши искупаться. Река Мертвица невероятно красивая, как и сам каньон. Классно? Водичка огонь. Она очень холодная. Большой на самом деле. Маленький водопадик. Нужно водичку попить или набрать с собой. Очень красивые осенние листья, капельки. Еще один водопад. Да, соответственно, я так понимаю, дальше. Вот здесь камни начинают. Смотрите, как красиво. Над головой нависает мох. Наша компания. Идет, строят рядом джунгли настоящие. Мох какой красивый. Смотрите, кусочек кто-то украл наросшего мха. И с него капает вода. Ой, а этот мох вот такой прикольный. Вот эти воды такой. Есть местами в скалах прорубленные дыры. Оля, нравится поход? Да. Очень. Спасибо тебе большое. Спасибо, Саша. А, вон она. Да. Смотрите, как высоко, да? Сейчас. И вот там в скале вырублена дыра, чтобы мы прям в скале прошли. А вот высота каньона. Пришли в местечко, называется Мертвички Греды. Это как мертвые гряды, это гор, что ли, они имеют в виду? Греды нет. Прикольно, да? И там можно выйти на трассу, которая уходит к Подгорице, видимо. Все, ее каньон. Когда-то точила водокамень. Ну, либо землетрясение образовывали, не знаю. Аж страшно туда посмотреть. И посмотрите, как мы идем. Прям под скалой идем. Вань, не страшно? Очень. Очень страшно. Да как бы и не надо падать. Ну вот мы и дошли до нашей конечной точки. Она конкретно наша личная конечная. Не в плане, что маршрут заканчивается. Шли мы 3 часа с 2 паузами. На легкий перекус, на купание мальчиков в реке Мертвица. Вода, кстати, холоднючая, градусов
не знаю, может быть, там 7, как говорит Андрей. Вот. Можно, конечно, выйти на трассу этой дорогой, а можно выйти на Капитаново озеро. Но это очень далеко. Я слышала, что люди по 30 километров ходили. Посмотрите, какая красота.